Всем привет! Многие люди говорят о том, что волк должен жить в лесу. А мы говорим, что наш волк в лес не смотрит. И хук он гуляет и возвращается назад. То есть мы сейчас это покажем вам, как это происходит. Ну, хук, готовься. Хука давно нет, и попробую его позвать. Возможно, он подойдет. Вот. Ну, где-то он должен меня догнать. Вот, это мой верный друг, и я хочу сказать, что волк никогда собакой не будет. Волк всегда будет волком, приручить волка невозможно. Молодец, умница, хорошо. Молодец, хорошо. Молодец. Зайка, хороший, ты гуляешь, ты мой зайка, умница, хорошо. На, скорее, давай, человечка. Ты пришел, умница, ты пришел. Хорошо, гуляй. Волка приручить нельзя. С ним можно только дружить. А если ты ему друг, он тебя никогда не оставит. Вот таким вот образом мы гуляем. Но хук не очень любит ходить в лес. Он больше такой полевой. Он старается выйти в поле. Он любит мышей покопать. Такой мышку. Хук, давай играть. Хуки. Хук. Хук, ко мне. Хук. Давай, давай. Хук. Давай. Молодец. Молодец. Ну вот, он сейчас для меня, конечно, это счастливые и радостные дни, когда я могу наблюдать его радостным, веселым, игривым. Вот таким вот образом. Сейчас он опять куда-то исчез. Бежит. Мой волк в лес не смотрит. Мой друг. Молодец, умница. Не скорее. Да ты мой зайка, на, и колбаску тебе дам. А телавахи, молодец. Крутой волк. Ну, молодец, все. Ты мышей ловишь, хух? Молодец, хорошо. Все, гуляй, иди гуляй, вперед. Гуляй, хух. Вот так вот. Да, я счастливый человек. А это мой счастливый волк. Хух, ты мой зайка, умница мой. Хук, пошли! Пошли, хук!
Молодец, Хук, хорошо. Ты устал, зайка? Ты вообще устал, да? Ну, и что мы делать будем? Вообще, молодец. Веревки нету. Хук вольный волк. Если бы он хотел уйти, он бы ушел. Вот в чем дело. Он не хочет сам уходить. Это просто на все, как вам сказать, если мы дружим, ну, для него, если уйду я, будет великая потеря. И также, если уйдет он, я буду переживать. Разве я хочу, чтобы он переживал? Нет. И он не хочет, чтобы я переживал. Если уйдет он, будет плохо мне. Уйду я, будет плохо ему. Вот и все. Мы с ним друзья. Хук, иди ко мне. Вот мой волк. Он в лес совершенно не смотрит и никуда не уходит. Все, кто говорят, отпустите волка в лес, волк должен жить в лесу, идите сами лесом. Лес давно стал бизнесом. Волку там не выжить. Волков отстреливают. А я не хочу, чтобы моего волка застрелили. Поэтому мой друг будет жить в моей деревне. Вот так. Все, всем пока.